Лучик, ты знаешь, что я нашла? Смотри. Это твой хвость. Я нашла. Он такой, отдай, это мой. Ну как, ты что, все забрал? Держи. Нашелся хвост луча. Собирала по всей совешне. И что? И как? Почему у тебя лапы холодные? А, ты же в холодильнике сидел. Весь опять сейчас растеряешь. Ты еще меня держишь, а не хвост. Хвост весь растерялся, да? Да, саранча пришла смотреть. А мы его сейчас с тобой по новой собирать надо будет. Ты весь раскидал все. Да? Раскидал. Сейчас мы саранчу подвинем. Такой ты милый сыч. Скажи я. Я милый сыч. Может быть, сохраним его на память, букетик? Куда все упало? Вот оно. Все вот тут. Ты погнул перышко. Ну все, сейчас будет все крушить, ломать. Ай. Жадная сова. Давайте лучше подгладить. Чесать, чесать. Гладить птичек плохо. Когда вы гладите птичку вот так по перьям, вы у нее с перьев стираете защитный слой, который предохраняет перья от намокания, то есть от воды. Если из-за этого птичка намокнет и вода доберется до ее кожи, то птица может заболеть воспалением легких, переохладиться. Ну и вообще летать с этим всем очень плохо. Вот, она будет выглядеть такой засаленной, как будто ей посуду помыли жирную. Вот, поэтому птичек можно чесать. Но многим, не всем. Вот елки, например, не нравится, а лучику нравится. А многим нравится, когда их чешут вот по голове, вокруг глаз, в общем-то, там, где они сами себя клювом достать не могут, чтобы почесать. И друг друга птицы клювом чешут именно в этих местах. Это называется груминг. Вот, поэтому лучу нравится, когда я чешу ему голову. Если я потрогаю его крылья или хвост, которого нет, будет вот так, да? Он будет убегать, он будет злиться, подставлять голову, говорит, чеши голову, ты что делаешь? Не трогай меня за перья. Даже вот за вот эти. Не, ну вот за вот эти он не против, чтобы трогали. Да? Вот, поэтому никогда не стоит даже пытаться гладить птиц. Это вообще всех птиц касается. Потому что вы делаете им плохо. Чего бы вам ни говорили там их якобы хозяева и прочее, и то, что птичке нравится. Нет, чаще всего, если птичку вот так вот сверху прям рукой берут и гладят, вот так вот, птица просто замирает, потому что боится, что ее там съедят, и для нее это, ну, сигнал замереть, и не более того, удовольствия она не получает. А вот эти вот чесания, желательно иметь, конечно, длинные ногти для этого, хороший маникюр, это прям классно. Чем меньше кожи вашей касается перьев, тем лучше. Можно чесать палочкой. Вот. Многие попугаев чешут палочкой какой-нибудь удобный. Вот. Ну и как бы чесательное место, это именно вокруг глаз, голова, лоб, вокруг клюва. Вот, ну вот видно, что нравится, да, сове? Прям. Я не знаю, он клюет, если... Ну как клюет? Хватает клювом. Это просто лучик.
А многие совы начинают клювом как бы трогать ваши пальцы, как будто тоже ищут перья, чтобы их так начать перебирать. Например, чучундри так делает. Вот. Это взаимный груминг совы. Таким образом друг друга дружеское расположение выказывают. Иногда любовь. Ну, то есть, если у них любовь, то да. Вот я сейчас чешу ему глаз. Ой. Так что... Ой, какой луч. Ну ладно, где там твой букет, я забираю на память. Его съест как-нибудь моль наверняка, если мы не уберем его в холодильник, в морозилку. Ну, ты саранчу-то ешь? Держи. Вот. Взамен букета. Я не хочу есть, да, я не голодный. Ну ладно.